Всем привет, с вами Style TV. Сегодня мы находимся в Trinity Club, где проходит мокрая вечеринка. Самая крутая и самая лайтовая. Сегодня в программе «Геометрия Тверь», битва танцоров и самая мокрая вечеринка. В принципе, что говорить, вы сами все видите. Итак, с нами Тёма, победитель в батле танцоров. Тём, привет. Расскажи секрет успеха победы твоей. Самый главный секрет успеха, наверное, просто то, что не был готов ко всему. То, что записывал музыку, которая нужна была, она не прочитывалась. То есть я выступал так, как позволяло мне мнение о себе. То есть мне выбрали музыку, которую я не ожидал, и танцевал уже, спонтанно. И, так получилось, победил. Так, станцевал-то очень энергично, классно. А вечеринка в целом тебе как? Вечеринка в целом, вечеринка удалась. То есть все рады, все, я не знаю, на седьмом небе отчасти. Все, с пушками ледяными, все совсем. То есть все в полном оружии готовят мочить друг друга. Остального не ожидал. А так вообще полный улет. Это, слушай, Тёма, ты как победитель пожелай там всем танцорам вот чего-нибудь вот от себя. Всем танцорам от себя я полностью желаю. Ребят, никогда не оставайтесь при своих каких-то проблемах. Оставайтесь обычно при своих позитивных явлениях. То есть эти явления должны вести вас. Эти явления должны давать вам какой-то ритм. Этот ритм должен выполнять полное качественное движение ваше.
То есть это движение будет вести вас к вашему настоящему движению, которое выведет вас в нормальное русло. Так что, ребят, давай, держись. Спасибо, Тём, счастливо, удачи тебе там в танцах.